Спустя 3 года после обстрела в Семеновке неподалеку от Славянска открыли восстановленный корпус областной психиатрической больницы. Реконструкцию помогло провести правительство Германии в сотрудничестве с Люксембургским Красным Крестом. Есть ли возможности восстановить все разрушенные строения больницы, узнавали наши корреспонденты. Так Семеновская больница выглядела после обстрела в 2014 году. 3 из 8 корпусов были разрушены почти полностью. Спустя 3 года один из корпусов, детское отделение, открыли после реконструкции. Полностью заменены системы водоснабжения и электросети. Установлены новые окна, двери, капитально отремонтирована крыша и все помещение. Yes. В отремонтированном корпусе могут одновременно лечить 35 детей. Здесь предусмотрены места и для их родителей. Кроме медикаментозного лечения предусмотрены занятия с психологом, реабилитологом и другими специалистами. Для детей с аутизмом предусмотрен дневной стационар. Сотрудники данного отделения прошли специализацию в Израиле, в Германии, в Швейцарии, то есть в Польше. Вот буквально команда приехала неделю назад с Польши, где мы обучали наших сотрудников оказывать европейский уровень медицинской помощи. Ремонт одного отделения обошелся в 12 миллионов гривен. Все расходы разделили между собой зарубежные доноры – Красный Крест Люксембурга и правительство Германии. Мы хотим сделать внесок для того, чтобы местное население, а также внутренние перемещенные особи больше чувствовали себя художниками ближе до Европы. Я думаю, что такая потужная, заможная европейская страна, как Німеччина, обов'язково все сделает для того, чтобы сдать этот комплекс под ключ. Кроме больницы в Семеновке, областные чиновники и меценаты открыли лабораторию узловой больницы Славянска, которая рассчитана на прием 150 пациентов в день. Также после реконструкции начало функционировать физиотерапевтическое отделение, рассчитанное на 60 мест. В последний раз тут ремонт проводился 30 лет назад. Теперь больница получила новое оборудование, камеру для стерилизации и современную прачечную. Зарубежные меценаты обещают продолжить финансирование восстановления медучреждений Донеччины.